Всем привет! Итак, с 24 числа, точнее сказать, уже вот в эту пятницу, у нас стартует очередной этап тренинга по староиндийской защите. На этот раз мы разбираемся с вариантом четырех пешек. Ну вот вы видите на своей доске, то есть вот в староиндийской защите, последним ходом белые сыграли f4. И это вот именно искомая позиция. Кто играл f4? Белыми. Ну, из Александрович Алехин вообще считал, что этот ход наиболее серьезное возражение на староиндийскую защиту и не просто наиболее серьезное, а претендующее на опровержение дебюта. После хода f4 белые захватили центр просто по максимуму. И все, кто играет черными, обязаны знать или найти для себя схему, как они будут играть против этого продолжения. Потому что, ну, позиция белых выглядит очень привлекательно. Четыре пешки в центре обеспечивают белым пространственное преимущество на длительный срок. Естественно, черными с этим продолжением встречались все, кто играет староиндийскую защиту, то есть и Каспаров, и Раджабов, и Свидлер, и Бакро, и Вашьелограф, и Коробов, и многие другие сильные шахматисты. Ну, и белыми тоже. Белыми так играли Мамедьяров и Крамник. Иванчук несколько партий сыграл. У Баадура Джабава это одно из главных орудий, видимо, да, в ответ на староиндийскую защиту. Немало красивых побед он с помощью варианта четырех пешек одержал. Вариант четырех пешек могут играть те, кто, скажем, против защиты Бинони. Сейчас один момент покажу вам. Против защиты Бинони выбрали, скажем, вот эту линию с ходом f2, f4. Конечно, ведь если черные в варианте четырех пешек ответят c5 и белые сыграют d5, то без хода e7, e6 черным не обойтись. И произойдет размен пешки e4, e6 на пешку c4. И получится позиция, очень характерная для защиты Бинони. Ну и в общем, я вас всех приглашаю на тренинг, который у меня стартует 24 числа. Вот вы видите расписание. 24-го он стартует. Будет 5 турниров. Разборов партий будет больше. Если количество народу будет более 20 человек. Ну, а в целом я рассчитываю, что, ну, 20-то человек наберется. Потому что, ну, тренинги по системе Земиша нас участвовало 22 человека. И мы сообща найдем и как белыми лучше здесь продолжать в ответ на разные линии, и в наиболее четкие порядки ходов за черных. Приглашаю шахматистов от второго разряда. Ну и у меня в тренингах участвовали и гроссмейстеры, и, в общем-то, должен сказать, что вполне довольны результатами, то есть не в одном тренинге. Вот. Как записаться? Ну, во-первых, пишите вот подо мной, вот вы видите, вот сильные шахматы, и ниже есть ссылка на мою Google почту. Ну, а более подробно о тренинге вот тут где-то в углу вы найдете окошечко с информацией. Записывайтесь. Я думаю, будет очень интересно. Ну и, естественно, полезно. Всем огромное спасибо за внимание. Расписание я читать не буду. Можете сами прочитать. Вот оно закрывает сейчас доску. Жду на тренинге.